Добрый вечер. Мы очень рады вас видеть в этом прекрасном клубе. Наша сегодняшняя программа составлена из, как уже известных, знакомых вам произведений. Ну, для некоторых, может быть, вообще все произведения будут новыми. Ну, так, для информации хочу сказать, что лично я выпустил 25 альбомов. Вот из них мы очень скрупулезно выбирали произведения для сегодняшнего концерта. Сегодня вместе со мной играют замечательные московские, российские, европейского уровня музыканты, которых я очень люблю. Бас-гитарист Антон Горбунов. Про Антона много написано уже, томов, он вошел в антологию мирового джаза, так что и рассказывать не буду. Вы, наверное, уже лучше меня знаете его биографию, дискографию. На барабанах играет Дмитрий Власенко, участник множества известных и российских, и международных проектов. Если приезжает какая-нибудь известная певица, она звонит исключительно Власенко, потому что другого драмера она просто не приемлет. И сегодня спецгостем у нас в этом концерте участвует мой сын, пианист, композитор, продюсер, мой партнер по многим проектам, организатор и председатель фонда «Чистая музыка» Игорь Горский. Игорь выйдет чуть позже. А сейчас мы сыграем композицию, которая называется «Funky Monkey». Thank you.
Следующая композиция из альбома «Янтарная аллегра» — это лирическая пьеса, которая называется «Паруса фантазии».
Спасибо. Спасибо вам большое. Сейчас я хочу пригласить на сцену Игоря Горского. С которым мы сыграем композицию, которую мы записали на наш дуэтный диск, который называется «Шкатулка сюрпризов». Эта композиция прозвучит уже в варианте квартета. Называется она «Сальса летнего вечера». Thank you.
Сейчас прозвучит одна из наших любимых композиций. Она записана на пластинке «Лотос моего сердца». Романтическая пьеса, которая называется «Грёзы любви». Thank you.
Загорский. Спасибо. Звучит композиция, которая называется «Свежий квадрат».
Дима Влашенко, соло на барабанах. Спасибо. Давайте сделаем небольшой. Итак, мы начинаем второе отделение нашего концерта. Сейчас состоится премьера, как было обещано в рекламной кампании. Это как раз вот новая композиция. Ну, написана по следам, по моим впечатлениям от поездки в Нью-Йорк. Называется она «Весна в Нью-Йорке». Thank you.
Спасибо. Следующая композиция из альбома, который называется «Пуэрторикано». Это композиция, которая называется «Майский джаз», «Май джаз». Thank you.
Дима Власенко. Спасибо. Сейчас мы сыграем музыку, которая построена на древней восточной музыке, композиции из нашего альбома «Лотос моего сердца». Она носит одноименное название «Лотос моего сердца».
Спасибо. Я приглашаю на сцену Игоря Горского, которым мы исполним нашу композицию, которая называется «Московская самба». Thank you.
Дмитрий Власенко, Антон Горбунов, Игорь Горский. Спасибо. В заключение нашего сегодняшнего концерта звучит композиция, на которой многие из вас, наверное, выросли. Многие наверняка ее слышали в разных аранжировках. Эту тему написал первый человек, который вообще начал работать в стиле рок-классика. Это Иоганн Себастьян Бах. Впоследствии эту пьесу использовал замечательный композитор, руководитель группы Procol Harum Гэри Брукер. А композиция называется «The White Shade of Pale». Thank you.
Антон Горбунов. Дмитрий Ласенко. Игорь Горский. И, естественно, Вячеслав Горский, автор, композитор, аранжировщик и замечательный человек. Спасибо вам огромное.